И снова всем привет, мужики и мадамы. Это снова незапланированный ролик, так как объявились неравнодушные люди, которым, видимо, не очень понравилось, что у меня из 30 коробок не выпало ни хрена подарочное. И братец, чей ник я за цензурой варгеймерской спрятал, чтобы его потом чайки не одолели. Дай коробку, дай. Эти налетят сразу же. Прислал мне 5 коробок с носком. Носочных. Такие я уже открывал. 5 штучек, правда. Вот теперь из 10 посмотрим, что выпадет в сумме. Украшение. 7 дней према. Вот, кстати, такой я еще не видел. Обычно там 3, 1, ни хрена. Я бы на самом деле очень рад бы был даже стилю на СТБ. Хрен с ним, с танком. Хоть что-нибудь полезное. Вот свечка и монетки. Вот это вот я узнаю картошечку. Обычно такой лут. Ну, день према, монетки и бесполезный кусок говна. 2 штуки. 2 куска и 500 монеток. Да. И нихера. Не, спасибо. Не, ну, братец, большое тебе спасибо. Тебя тоже с наступающим. И оказалось, что еще двое неравнодушных оказались. И прислали по 5 карабасов. На этот раз волшебных. Вот такие-то я как раз не открывал еще в этом году. И очень надеюсь, что их начинку собирали все-таки натуралы. А то вот там всякие стили на арту выпадают. Свечки, бусы всякие. Вот. Оно как бы вызывает некие подозрения. Ну и вооружившись предыдущим опытом, я решил сразу закупиться огнетушителями. Надо побольше, побольше огнетушителей. Еще больше. Нет, сука, прям сразу 100. Все, я заряжен. Давайте открывать. Ну что ж, приступим. Коробки волшебные, должно быть волшебство. Магия. О, отличная магия. Магия свечки. Ну что, помолились, помочились. Давайте следующее. Что-то синее, что-то сейчас будет, что-то сейчас будет. Стиль. Танк! Танки, вон он, мчит! Мчит, как кабан, пыль, снег, блядь, кусты сдыбает. Да что это? Так, судя по фонарю, это у нас Борис, да? Борис? Борис? Да, Борис. Не, Борис, это заебись. Ну, уже есть что-то, что я вынес в 2020-м, кроме кучи дерьмища. Уже спасибо. Спасибо, ребят. Борис, это здорово. Все, есть 8. Ну, теперь я рад. Это уже сколько получается? 35, 36. 37 коробок открыто, прежде чем такое выпало, да? Ну, теперь на нормальное я уже не надеюсь. Уже только дерьмище. Давайте еще. Еще кусков всяких. О! Ну, какой-то брелок 6 левела. Ну, тоже ничего так, пусть будет. Что-то синее. Дайте СТБ стиль! СТБ стиль, пожалуйста! Пожалуйста. Дайте все. Еще кто-то мчит! Кто это? Кто это? Кто это? Покажите! Покажите его! Это ухо. Я по уху не понимаю, что это такое. Ты кто? А, это Ксор, я так понимаю, да? Ксор. Или как он там? ПТшка. Да? Да? Наксор 1008. Блин. Ну вот это вот уже прям вообще приятно. За 5 коробок. За 5 волшебных коробок 2 танка. 2! Карл. Ну 3, если с тем еще маленьким вонючим брелочком. Сука, зачем я то дерьмо открывал? Вот волшебные же были. Че их сад? Нормально. Еще брелок 6 левела. Смотрите-ка. Не, ну, с волшебных явно лут какой-то подкрученный. Вот прям чувствуется. Матильда. Ага, а я тебя не продал, тварь! Компенсация в золоте. Прекрасно. И сейчас будет подарочная нихуя, я так понимаю. Финальная. И... Да. Ну, я очень рад. Вот и пойди просы. То ли из-за того, что они подарочные, то ли из-за того, что они действительно волшебные, то ли из-за того, что некий Дмитрий себя пяткой в грудь бил и говорил, что у него меченая партия. И он толк знает, какие покупать, какие дарить. И что мои и все, которые я покупал, говно полное китайское. Но мне на самом деле плевать, у меня теперь 2 танка, я пойду с ними радоваться и играться. А вам тем временем напоминаю, что в Дискорде сейчас розыгрыш. Там участников пока очень мало. Остался буквально один день до выявления победителей. После чего я запишу сам розыгрыш и выпущу новый ролик. Ссылочка на Дискорд в описании. Всем спасибо за просмотр, вот вам пряник. До новых встреч в эфире, пока.